Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами комментатор Андрей Голованов. Сегодня первый соревновательный день проекта «Ледниковый период». И пока вы наблюдаете за танцем олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Романа Костомарова, думаю, самое время рассказать о правилах наших состязаний. Итак, сегодня вы увидите выступление 7 пар. Через неделю еще 9. Почему 16 пар поделены несколько неравномерно, что ли? Дело в том, что получил травму Вилли Хаапасала, партнер, кстати говоря, Татьяны Навки, и организаторы в виде исключения разрешили паре Татьяна Навка и Вилли Хаапасала выступить через неделю. Итак, жребий выбрал 7 пар, через неделю вы увидите еще 9. Выступление каждой пары будет оценивать судейская бригада. И та сумма баллов, которую пары наберут сегодня, через неделю будет приплюсована к той сумме, которую пара получит через 2 недели в суперфинале. 4 пары, которые наберут наименьшую сумму баллов, окажутся под угрозой вылета из нашего проекта. И вы, уважаемые телезрители, с помощью голосования сможете решить, кто останется в проекте, а кто его покинет. Вы можете спасти 2 пары из 4. А в дальнейшем будет действовать та же система, что и в прошлом сезоне. После каждого соревновательного дня проект будет покидать 1 пара. Конечно, немного жаль, что Татьяна с Романом покинули любительский спорт. Однако даже вот этот номер говорит о том, что фигуристы пребывают в прекрасной спортивной форме. И думаю, что еще очень долго будут радовать любителей фигурного катания своими яркими выступлениями в различных шоу.